уже встречалось это имя в газетах или на телевидении. Да, это тот самый Марат Джаланбаев из Экибастуза. Его имя известно далеко за пределами Казахстана. Он шестикратный рекордсмен книги Гиннесса мировых рекордов. Единственный человек в мире, покоривший все величайшие пустыни планеты. Марат Алигенович Джаланбаев родился 19 августа 1963 года в совхозе Фрунзе Каркаралинского района. После смерти родителей с 8 лет воспитывался в школе-интернате и детских домах Карагандинской области. О чем может мечтать по вечерам детдомовский мальчишка, глядя в окно на подмигивающую звезду? Наверное, о том, что хорошо бы уехать куда-нибудь далеко-далеко. О том, что мир огромен и отнюдь не ограничивается четырьмя стенами детдома, Марат узнавал из журналов «Вокруг света», книг о путешествиях, на уроках географии. Он мечтал. Мечтал о путешествиях в дальние страны. Годы спустя свою мечту Марат осуществит. С 5 класса Марат начинает заниматься спортом. Боксом, лыжными гонками, парусным спортом. В 79 году, уже учась в Карагандинском профессиональном училище номер 5, записывается на легкую атлетику. «Тренер Вячеслав Горов заставляет бегать на длинные дистанции», рассказывал Марат. «Ноги не выдерживали, ведь это монотонно и тяжело». Марат тоже подумывал переключиться на что-нибудь другое. Однажды тренер сказал, что Марат долго не выдержит, бросит. Задело его это, словно оскорбили. Вот и решил, что останется. Никак не думал, что это так надолго. В 81 году поступил в Карагандинский техникум физкультуры и спорта. Отслужил в армии и после окончания техникума переехал жить в город Экибастуз. Занятия бегом не бросал. Наоборот, открыл впервые в городе клуб любителей бега-марафона. Марат работал художником, выставлял свои картины за рубежом в США, Франции, Германии, Польше, Алжире и странах СНГ. Пожалуй, он мог стать неплохим художником, но талант марафонца оказался сильнее способности к живописи. Этот свой талант ему пришлось открывать и растить самому, на продутых ветрами дорогах, прокаленной солнцем и морозом степи, экономя на всем ради пары новых кроссовок. В 90-м году, после упорных тренировок, проходивших на грани человеческих возможностей, Марат начинает устанавливать мировые рекорды. Его имя 6 раз заносится в книгу рекордов Гиннесса. Он получает звание мастера спорта международного класса. Сентябрь 91-го года. Второе место в международном пробеге на высочайшую точку Европы Эльбрус-91. Декабрь 91-го года. Второе место на супермарафоне, дистанция 85 километров в городе Барнауле. Январь 92-го года. Сверхмарафонский пробег Экибастуз-Алматы. 1400 километров за 16 дней. Октябрь 92-го года. Второе место на международных соревнованиях в США. 7 дней, 7 марафонов. Апрель 93-го года. Второе место в международном 100-километровом пробеге в Канаде. Победитель международного соревнования на 100 километров в СНГ. Первое место в международных соревнованиях по спортивному ориентированию СНГ. Июль 94-го года. Второе место на международных соревнованиях через долину смерти в США. 92-94 годы – это годы уникальных пробегов через величайшие пустыни планеты. Марат включен в международную организацию «Марафоны и приключения». В декабре 1993 года на республиканском телевизионном конкурсе «Парад звезд» Марат входит в двадцатку самых популярных людей года. В настоящее время Марат работает инструктором-спортсменом в спорткомплексе «Джасыбай».
Книга мировых рекордов Гиннесса свидетельствует, что Марат Жаламбаев из Акибастуза, Казахстан, в марте 1991 года ежедневно пробегал по одной классической марафонской дистанции и проделал это 23 раза подряд, преодолев 970 километров 485 метров. Книга мировых рекордов Гиннесса. Марат Жаламбаев из Акибастуза, Казахстан, пробежал 30 классических марафонов за 15 дней с 1 по 15 июня 1991 года, показав среднее время 4 часа 54 секунды. Книга рекордов Гиннесса свидетельствует рекордное достижение Марата Жаламбаева, Акибастуз, Казахстан, пробежавшего 226 классических марафонов за один год, с 6 октября 1990 по 5 октября 1991 года. Достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Апрель 1992 года. Успешно покорил первую пустыню, Каракумы. 1200 километров за 20 дней. Один. С собой лишь 20-килограммовый рюкзак с продуктами. Каракумы оказались самой сложной, самой интересной и в то же время самой рискованной из осуществленных идей. Ведь до этого бывать в пустынях не приходилось. Не раз оказывался на волоске. Стартовал из Кушки, самой южной точки бывшего Союза. Первый казус произошел в первый же день, когда встретился с пограничниками, которые приняли его за шпиона и чуть было не сорвали переход. В следующий раз беда чуть не случилась, когда шел ночью и набрел на трех чебанов у костра. Они приняли Марата за привидение. И только его крик «Я человек, не стреляйте!» спас от пули. Были и другие экстремальные ситуации. А закончил переход в впадины Агдакая. Ее основание опустилось на 81 метр ниже уровня моря. Но долго наслаждаться оазисом не довелось. Изюминка природы оказалась царством кобр. Книга рекордов Гиннесса свидетельствует рекордное достижение Марата Жаламбаева и Кибасуз Казахстан, совершившего самый быстрый, одиночный и самый протяженный переход по пустыне Каракумы и преодолевшего 1200 километров за 20 суток со 2 по 22 апреля 1992 года. Достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. На статус мирового рекорда человеческой выносливости вполне может претендовать уникальное спортивное достижение казахского бегуна Марата Жаламбаева. В Алжире он пересек пустыню Сахара за 24 дня, пробежав 1000 миль и потеряв при этом 5 килограмм веса, из сообщения агентства Рейтер. تقارب البلدان وتعارف الشعوب ولا شرف عظيم بولاية غردية أن تسجل حتى في كتاب جينيس العالمي طبعا هذه ذكرى خالدة لنا ومن أعماق قلوبنا نتمنى له كل النجاح ومزيدا من الشجاعة حتى ينتصر Март 1993 года. Покорена самая большая пустыня мира – Сахара. 1700 километров за 24 дня – от Гордая до Таман-Рассета. О предстоящем пробеге Жаламбаева в Алжире стало известно после телеинтервью Марата и председателя Алжирского национального олимпийского комитета Сид Али Лебиба. Стартовал Марат в 8 часов утра 25 февраля прямо из мэрии Гордая. Из ворот в пустыню бежал вдоль асфальтовой дороги, по которой густо шел транспорт. А чуть впереди бегуна сопровождающий вездеход «Тойота», за рулем которого опытный проводник Абид, туарег по национальности и тренер Федор Склокин. По дороге машины приветственно сигналили, подбадривали отважного бегуна. Начало было неплохое. Первую марафонскую дистанцию, 42 километра, он преодолел за 3 часа 30 минут. Еще столько же после полуторачасового перерыва на обед.
Второй день опять два марафона. Марат был полон решимости побить свой же собственный рекорд, установленный у себя в Казахстане в 1991 году. За 15 дней 30 марафонов. Но то дома, там после каждого марафона можно было принять душ, сделать массаж. В Сахаре условия полевые. Вся еда готовилась на походной газовой плите, а водные процедуры – только обтирание влажным полотенцем. Ночевали в палатке, которую установили на финишной черте, с которой на завтра сверхмарафонцу предстояло стартовать. На третий день Марат опять проявил завидное упорство. Но вечером пожаловался на боль в правом колене и стопе. На пятый день пробежал 50 километров, но боль в ноге не проходила. Стягивающая повязка натерла ногу, а разогревающие мази в условиях, когда трудно помыться, вызвали аллергию и сыпь. Теперь пришлось думать, как избавляться от сыпи. Одеколон и йод не помогали. Эта напасть беспокоила Марата ночью, не давая спать. Больше половины пути он бежал вдоль шоссе, соединяющего немногочисленные города оазисы в пустыне. Гордаю, Эль-Галею, Ин-Салах, Арак и Таман-Рассет. В этих местах стали сопутствовать миражи. Финиш пробега был в маленьком поселке туарегов Тарифок, а заключительный этап в городе Таман-Рассет. Финиш снимало национальное телевидение, показав на следующий день сюжет о пробеге Марата в разделе важнейших новостей дня. Марат стал известной и популярной фигурой в стране. Часто на улицах люди просили у него автографы. На пресс-конференции в столице Алжира, в нашем посольстве, присутствовали представители западных информационных агентств. За пробег через Сахару Марат был признан суперменом. هناك يبدو عاما من جنسية كازاخستانية قطع مسافة 1700 كيلومتر أي بمعدل 80 كيلومتر في اليوم من غردية إلى غاية تمن راست جيلان بايف حطم الرقم القياسي 1700 كيلومتر هذه التظاهرة كانت تحت رعاية الديوان الوطني الجزائري للسياحة
Книга рекордов Гиннесса. Марат Джаланбаев, Экибастуз, Казахстан, пробежал 1700 километров в экстремальных условиях пустыни Сахара при средней температуре 35 градусов Цельсия по маршруту Гордая-Таман-Расет с 25 февраля по 21 марта 1993 года. Среднесуточный пробег составил 72 километра. Шестое ноября, 16 декабря 1993 года. Марат Джаланбаев пересек величайшую пустыню Австралии Большая Виктория, преодолев 1600 километров за 22 дня. В Австралии получил большую поддержку от почетного консула Казахстана доктора права Теренса Берка и фирмы Gippsland Oil and Minerals из Петра, штат Западная Австралия, которая осваивает пустыню, добывая ряд полезных ископаемых, в том числе золото и алмазы. Она организовала и финансировала комфортабельный вездеход, сопровождавший его во время забега. А юридическая фирма Blake Dawson Waldrom из Сиднея, столица Олимпийских игр 2000 года, занималась приглашением, оформлением виз и поиском спонсоров. Ранним утром, с первыми лучами солнца, 24 ноября 1993 года, из небольшого поселка под названием Кертинг Спрингс, расположенного в самом центре Австралии, Марат Джаланбаев отправился в свой новый неизведанный маршрут по пустыне Большая Виктория. Впервые казахстанскому спортсмену удалось пробежать эту сверхдлинную дистанцию в разгар летнего сезона. Температура днем поднималась до плюс 41 градусов по Цельсию, а ночью жара падала до 35 градусов. Сопровождал Марата на автомобиле Mitsubishi заслуженный тренер России Федор Склокин, участник и организатор многих супермарафонов как в России, так и за рубежом. За все время пробега была лишь одна вынужденная остановка, когда вдруг на 3 часа зарядил тропический ливень, как из ведра. Один раз сильно забило сердце. Но благодаря медицинским познаниям Федора удалось справиться и с этим. Запомнились встречи с аборигенами, которые один раз оказали неоценимую помощь, вытащив вездеход из сыпучего песка. Кстати, съемка аборигенов в Австралии запрещена законом. Финиш пробега был в городе Калгурли у здания мэрии. На пресс-конференции после пробега по пустыне Большая Виктория корреспондент агентства Reuters спросил, как правительство Казахстана оценило ваши заслуги, на что Марат ответил: «Буду рад, если правительство поможет осуществить кругосветный пробег». Свидетельствует рекордное достижение Марата Джаланбаева, Экибастуз, Казахстан,
совершившего самый длинный пробег через пустыню Большая Виктория, Австралия, и преодолевшего 1600 километров за 22 дня с 24 ноября по 15 декабря 1993 года. Пятое, 22 апреля 1994 года. За 17 дней Марат Джаланбаев пересек величайшую пустыню Северной Америки, Невада, 1600 километров. Его маршрут пролегал по территории 6 штатов США – Колорадо, Аризона, Юта, Нью-Мексико, Невада и Калифорния. Поселок Мэк-Юри в 100 километрах от Лас-Вегаса Марат посетил по просьбе Олжаса Сулейменова, чтобы подтвердить твердое намерение Казахстана и России навсегда покончить ядерные испытания. Последняя треть пробега пролегала по знаменитой долине смерти. Это гигантская впадина между гор, расположенная ниже уровня моря. Здесь самое жаркое место Северной и Южной Америки. Летом температура воздуха поднимается выше 50 градусов в тени. Марату повезло, было только плюс 40. Последним испытанием для него стал изнурительный подъем от самой низшей точки Америки, минус 88 метров, до ее одной из самых высоких вершин, горы Уитни, Сьерра-Невада. Финишировал Марат на горе Уитни после изнурительного трехнедельного пробега. Самым большим искушением был Лас-Вегас, мимо которого пролегал маршрут. Сияние его реклам ночью в пустыне видно за 100 километров. В Америке к нему прилепились два прозвища – Чингисхан и Кэмэл. Так и писали в газетах. Кэмэл сказал, Чингисхан сделал. Он не обижался. Таким образом, Марат Джаланбаев стал единственным человеком в мире, покорившим все величайшие пустыни планеты. На одной физической подготовке не сделать того, что сделал Марат. Обостренное чувство Родины – основа его фантастических результатов. Когда он появлялся в какой-либо стране с развивающимся над машиной сопровождение небесного цвета флагом Казахстана, его окружала толпа. И приходилось долго объяснять, кто он и откуда. А люди впервые узнавали о Казахстане, о народах, живущих там, и невольно переносили свои впечатления от подвигов невысокого смуглого парня на всех его соотечественников. И отправляясь в пекло пустыни навстречу опасностям, Марат не мог и не хотел разочаровывать людей, поверивших в него. Декабрь 1993 года. По результатам республиканского телевизионного конкурса «Парад звезд» Марат Джаланбаев вошел в двадцатку самых популярных людей года и получил, как признание народа Казахстана, бронзовую статуэтку царицы Тамирис, которую, правда, по стечению обстоятельств ему вручили затем в Москве. Я с удовольствием вам вручаю дипломы. Владимир Смирнов, Марат Джаланбаев,
Анатолий Храпатый. Профессионал такого класса для любого государства – национальное достояние. Как сказал режиссер Сергей Морозов в своем фильме, посвященном знаменитому экибастуссу. Тысячи и тысячи пацанов, брошенных на произвол барахолки, отданных во власть западных идолов, мечтают хоть немного походить на крутых парней вроде Шварценеггера или Ван Дамма, не подозревая, что их подлинные герои живут рядом, в одном городе, на одной улице. И это не Марат Джаланбаев бежит мимо них, это они спешат мимо Супермена, который достоин стать кумиром миллионов. Рисовать Марат начал еще в детском доме. Прочитывал множество книг по живописи, графике. На первой же выставке за рубежом у Марата украли 3 картины, а все остальные купили. Сейчас в Казахстане нет ни одной картины художника Джаланбаева, не считая одной и двух подаренных друзьям. Его картины выставлялись в Соединенных Штатах Америки, Франции, Монако, Польше, Алжире и республиках СНГ.